Этот наш начальник, этот дятел ластоногий, этот черепаха-питон. Как таких бездарей, как таких тупиц вообще можно ставить директорами, понимаешь? Ну, я поражаюсь просто. Ну ничего, ничего. Помнишь, ему в прошлом году гвоздем машину поцарапали от бампера до бампера? Это я не успел, я еще хотел залезть на крышу и... Помнишь, ему в урне зажгли бумаги, когда он еще выбегал так смешно из дыма и кричал? А помнишь, когда ему слабительное в чай подсыпал, он целый день в туалете просидел? Директор. Скажи, что меня нет. Не прокатит. Сейчас под стол вот так аккуратно начну сползать и сползу. Не прокатит. И все вот это вот, всю эту гадость, всю эту мерзость про нашего любимейшего директора сказала эта уборщица, тетя Валя. Ты знаешь, бессовестная какая-то. Вообще вот так как... Распоясались они, эти уборщицы. Да. Не прокатит. Прошу уволить меня по собственному желанию. Число какое сегодня? Сегодняшнее. Сегодняшнее число и подпись. Все, будь здоров. Друзья навеки. Вот. По собственному? Ну, да, я по собственному. Андрей, можно вас на минуточку в кабинет? А? На одну минуточку. Зачем? Может, не надо? Сверим даты. Это же я не со зла. Я ничего не знаю. Просто так получилось. Я не... В урну бросьте. Хорошо. Чай? Кофе? Скорую? Подумайте, куда тело вынести.